Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Как любой хозяин домашнего животного, я очень хочу, чтобы мой питомец прожил как можно дольше. Так что сегодня мы с вами будем разбирать секреты кошачьего долголетия. По сравнению с человеческим, кошачий век недолг. В среднем мяукающие живут от 7 до 10 лет. Есть, конечно, и представители рекордсмена кошачьего семейства. Так, например, самым главным котом-долгожителем считается кот по кличке Крим Пафф. Он прожил целых 38 лет. Родился в 1967 году, а умер в 2005. Как сделать из своего мяукающего питомца долгожителя? Давайте рассмотрим секреты кошачьего долголетия подробнее. Первый секрет кошачьего долголетия – регулярные физические нагрузки. Специалисты рекомендуют подбирать их, исходя из индивидуальных особенностей питомца. Более активным кошкам по вкусу придется кошачий agility, а более спокойным в этом плане подойдут и простые игры с хозяином. Главное, чтобы ваш питомец двигался в свое удовольствие. Второй секрет кошачьего долголетия – частое пребывание на свежем воздухе. Если вы живете в городской квартире, старайтесь хотя бы изредка выезжать за город с целью прогулки вашего мяукающего. Воздух в закрытом помещении часто бывает застоявшимся, поэтому если у вас нет возможности отправить вашего питомца в самовыгул, старайтесь как можно чаще проветривать квартиру. Правда, при этом следите за тем, чтобы у кошки не было возможности выпрыгнуть в открытое окно. Третий секрет кошачьего долголетия – правильное питание. Создайте подходящее меню для вашего питомца на каждый день. Посоветуйтесь на этот счет со специалистом, не перекармливайте вашу кошку. Обязательно включите в ее рацион полезные витамины и минералы. Следите за тем, чтобы у вашего питомца всегда был доступ к свежей воде. Четвертый секрет кошачьего долголетия – регулярное посещение ветеринара. Многие серьезные болезни можно вылечить на ранней стадии. Главное – их вовремя заметить. Старайтесь водить вашего питомца к ветеринарному врачу не менее одного раза в полгода. Не забывайте ставить питомцу все необходимые прививки. Пятый секрет кошачьего долголетия – любовь и внимание со стороны хозяина. Ухаживайте за своим питомцем, играйте с ним, дарите ему ласку и нежность. Следите за его психологическим и физическим самочувствием. Кошки, как и любые другие домашние животные, чувствуют теплое отношение к себе. И, несмотря на иногда свой независимый вид, всегда рады вниманию своего владельца. Таковы основные секреты кошачьего долголетия. Ну что, Соня, будем их соблюдать? О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!